Вечером 24 октября в районе дома номер 26 на Венёском шоссе в Туле произошло серьезное ДТП с участием автомобиля МАЗ и грузовой «Газели». По предварительным данным, длинномер с бревнами двигался в направлении Тулы. В районе пересечения Венёского шоссе с улицей Карпова ему фактически наперерез вылетела грузовая «Газель». После столкновения грузовик протащил ее около 10 метров и съехал в кювет. При этом «Газель» буквально сломала пополам. Несмотря на мощнейшие повреждения у второго участника автоаварии, в ДТП никто не погиб. Oh.